наблюдаем за тем, что приготовил Салют своим соперникам в отношении стандартных положений. Пока ничего опасного, но вторая волна этой атаки приводит к очень опасному удару. В центре поля лежит футболист Факела, но Емельянов не обращает на это внимания, потому что есть возможность атаку развить на Пухова. Передача. Пухов перед штрафной. Пухов внутри штрафной. Калугин, прострел, опасно. Желаем Денису развития в первую очередь, но и, возможно, мы увидим в следующем году его в другой команде. Пока мы видим, как Салют на левом фланге атаку свою развивает. Первая попытка штрафную подать, вторая, она более успешная. Доровский! И через него основные атаки Белгорода начинаются, пока не особо опасные. А вот теперь заброс в штрафную белгородцев. Пецов принимает мяч, скидывает на партнера. Это Неплюев. Неплюев, Емельянов рядом. Неплюев штрафную грузит. Хороший Пухов! Этот угловой удар мы с вами увидим. Разыгрывает Бурыкин. Штрафную площадь навешивает. И подбор за Салютом. Передача штрафную. Пенальти. Игорь Копленков, главный из Москвы. Игорь Копленков назначает пенальти ворота Доровских. Свисток. Разбег. Доровских. Близок был Вячеслав к тому, чтобы отразить этот 11-метровый удар. Но на поле вышел Евгений Кушталов. 57 на правом фланге. Факел на правом фланге. Неплюев. И Неплюев здорово убирает соперника. В штрафную площадь подача. Пухов. И был розыгрыш углового удара. Пухов снова есть возможность сыграть этот мяч. Чемпионат на первом месте Салют шел. И потом неудачная серия из 3-4 матчей поражения. И на данный момент Салют претендовать на выход в ФНЛ не может. Зато Грибанов может претендовать на звание лучшего бомбардира. Передачу штрафную. 2-0. Дегтев. Грибанов, Дегтев. Та самая пара нападающих, которые друг друга понимают с полувзгляда, с полуслова. И через Доровских попытка начать атаку. Да, Калугин сместился в центральную зону. Красов теперь слева в полузащите в атакующей линии. И снова момент. Мяч штрафной площади. Факел, удар по воротам. Выше. Не решает, потому что выход Металлурга — дело практически решенное. Доровских в штрафной площади. 3-0, но перед этим было зафиксировано нарушение правил. И 65-я минута. Белгород в этом матче добивается пока максимального для себя результата. Но у Факел есть еще 25 для того, чтобы все поменять. И в штрафной площади мяч, удар по воротам. Цигулев в игру не вступает. Вступает в игру Емельянов. Поэтому счет 2-0. Он такой еще абсолютно нет теряющий надежды. А вот теперь могло стать немного больше. И Неплюев, конечно, в прошлом матче знатный гол положил. Очень был доволен собой. А сейчас есть возможность пробить поворотом у Красова. Но передачу он находит в штрафную площадь. Снова Красов. Обработка мяча. Поляков! Поляков! Неплохо. Бурыкин предлагает ширину этой атаки. Бурыкин получает мяч, и Дегтев пошел открываться между двух центральных защитников. Еще дальше следует передача. Грибанов уже между фланговым и центральным открывается. Это тоже интересный момент. Еще одна подача. Мамкин, но не дотягивается до мяча. Красов. Красиво. Емельянов. Пробежаться можно и Роберту. Роберт бежит. И передача неплохая, и пропуск мяча на Пухова, и Пухов уже в штрафной, и Пухов поворотом бьет. На Морева Семейкин просит прощения у 13 номера своей же команды. Красов падает, Красов должен подниматься, потому что Морев с мячом на Грибанова. Передача Грибанов. Пенальти, и мы увидим еще один в сегодняшнем матче. Но часто футболисты на это идут. Море против Доровских. Доровских.